уже на обед. Приехали и сразу попали на обед. Фаршированная перепелка. Да. Зингор. Сладости. Шашлычок. Ребрышки. Шаурма. Салат. Листья салата. Десерт. Лохатки мы брали в гнездах, они еще вкуснее. Это как огурчики. Это видео. Блогер, блогер. Доброе утро следующего дня. Лето у нас тут в Египте очень ветреное. Вот такой у меня купательный костюм, тепленький. Я еще ни разу не плавала. Очень ветрено, очень. Короче, надо в мае месяце где-то в Египет ехать, чтобы не было этих ветров. В общем, едем мы на джип-сафари. Будем кататься на этих джипиках. В квадроциклах. Вот такой прикидик. Нет. Поехали с нами. 30. Ветер. Вроде бы тише стал. Надеемся, что погода исправится. Это детей комната. Моргенштерн рули, да? Теперь Макс каждого по 20 долларов. Ты так долго не будешь одевать, Сань? Да. Сделаю, как для своих стихов. Как сыр. О, ТНТ у них идет в ТДВ. Пальму как изгибают в разные стороны. Пиздец. Сегодня где-то 20 градусов тепла только. Маша, Таня. Маша, Таня. Что-то вы медленно одеваетесь, мы не опаздываем. Быстрее, быстрее. Нам уже пора. Мальчики. Цигель, цигель, алю-лю. Время. Вот так вот вперед зайдет, как косыночка. Ой, рот. А ну, Макс, покажись. Они вам сделают красивые фотки, ребят. Все, одеваемся.
остановились мы в тенечке. Прикольно, ну прикольно. Но там, где волны песочные, там вообще так трусит. Смотрите, это шарокушняк. Шарокушняк. Там вот прикольное фото. Видишь, там прикольное фото можно сделать. Там гнезда наверху. Ой, девочки, мальчики, смотрите, там без написано. Там гнездо. Гнездо чье-то. Заехали мы нормально. Фух. А то уж и меня занесло один раз. Я видела, как Сашу заносил. Ну, как нет. Смотри. Такой был антицеллюлит на вас, Саш. А наверх можно полезть? Я не знаю. Мама пошла. Макс пошел. Пошли, я не пойду.
Да, а потом ты раз тамору гонит. Тамору завтра посылю, чтобы есть. 8? 8 утра. Лучше покушать или лучше не кушать? Теперь позагорали, проголодались и кушаем. Всем приятного аппетита, кто кушает сейчас. Ой, так оно на ощупь такое приятненькое. С разных кусочков бедных убитых животных. Интересно. Вообще разноцветное. Такая цельная. Угу. Животное. Настоящая чебурашка. Что-то тоже кожа? Что это такое? Иди сюда. Пощупай, только дотронься. Так как наш люлик. Даже лучше. Угу. Классно. Она получается тяжелее, да, каракуля? Я уверена, мне бы такая пошла. Ой, боже, с такой брошкой красивой. Брошка? Мужской отдел. Мужские шубы, пожалуйста. Такая же, как... Такая майка. Да, и Майкла Джексона. А слышишь, а может Денис тебе шубу хочет купить? Там такие красивые шубы. Потрогай.